Добрый день! Сегодня наша тема – география человеческого лица. Наша задача – дать вам основные понятия, как сделать портрет человека, понятие о том, какова архитектура человеческой головы, какие ее основные элементы, и дать основные направления от простого к сложному, для того, чтобы вы не боялись писать человеческое лицо, рисовать портрет человека. Мы дадим простые и нужные, необходимые, самые необходимые рекомендации. И у нас сегодня позирует Лиля. Мы сделаем ее портрет.